Всем здравствуйте. Всем хорошего настроения. Мистер Бомбастик, Бомба Фантастик. Что за бархатные тяги? Мы сегодня продолжаем Хогвартс Легаси. Мне вчера понравилось, как мы с вами скатанули. Поэтому сегодня мы продолжим. Я тихо вообще делала. Как бы чем чаще, тем быстрее пройдем. Так, меня забомбило то, что у нас нам нужно искать еще больше демимасок. Ну, можно сказать и так, на самом деле. Все-таки надо возвращаться в ритм. И все такое. Так, давайте посмотрим. У нас осталась одна демимаска. И где же она? Давайте найдем ее в Хогвартсе. Да. У нас все-таки должна быть третья лохомора. Так. Пристройка в библиотеке. Где-то здесь. Ага. Ага. Снятие проклятия, магический рецепт. А давайте вот сюда переместимся, в теплицу. Апекс. Я зашла в этим в рейтинг. Там вообще, ну я уже в рейтинг уже, наверное, зимы, с января с прошлого сезона не играла. Вот, и меня спустила там совсем в бронзу, и там, ну понимаешь, почти платины на бронзу, ну там скидывает каждый сезон. Вот, и там началась новая серия на другой карте. Меня уж совсем там скинуло, и играть с бронзой это такое. Ну, плюс я еще давно не стреляла, и надо накатывать, потому что скоро уже закончится Battle Pass. И надо забрать награды, может быть, как-нибудь стремец подрублю. А, это ты, именно ты и нужен. Давайте начнем разминочную с дополнительного задания. Саманта Дейл. Саманта. Саманта, все хорошо? No, о нет, вовсе нет, с моим братом Уильямом случилась беда. Я рассказывала тебе о нем после урока заклинаний. Он на нем проклятие. Я ведь предупреждала его, но ему все равно. Теперь он лежит в больнице Святого Мунга. На него смотреть жалко. Никогда меня не слушает. Прости, а как его именно прокляли? В это очень сложно поверить, однако его ноги превратились в свеклу. Можешь представить себе, в каком он отчаянии, как и я, впрочем. Даже не буду упоминать об интересе, который к нему проявили кролики из нашего сада, прежде чем он обратился в больницу. Я посмеялась. Ноги свёклы в этом море. В смысле, ужас, какой кошмар. Конечно, тебе очень смешно, как и всей школе, но то, что случилось, просто ужасно. Что ж, ситуация и правда необычная. Как так вышло с твоим братом? Он сам во всем виноват. Я сказала ему о том, что мне удалось выяснить о нашем предке, Мармадюке Дейли. В частности, я выяснила, что на гробнице Мармадюка лежит проклятие. Братец всегда посмеялся над моими открытиями. На этот раз он рассмеялся мне в лицо, рассказал, что неправильно истолковался. Будь то я такое, возможно. Чтобы доказать свою правоту, он подошел прямо ко входу в гробницу, и опа, его ноги превратились в свеклы. Какой кошмар. Теперь я понимаю, почему ты так переживаешь. Ему явно нужна помощь. Вот именно, он же мой брат, хоть и возомнил о себе не весь что. Но никто не заслуживает такой судьбы, в особенности из-за одной бездумной ошибки. Боюсь, если не снять проклятие, мой брат может остаться таким навсегда. Его нельзя рассеять? Возможно, проклятие связано с украденным Мармадюка гербом. Если вернуть его на законное место, а именно на саркофаг, тогда, я думаю, с ногами Уильяма все станет в порядке. Ты сражался с напавшими на Хогсмит троллем, сбежал от дракона, проявляешь талант на уроках заклинаний. Вернуть герб в саркофаг, для тебя это же расплюнуть. Так ты поможешь нам? Mm.
Если помогу, мои ноги тоже превратятся в свеклу? Ты уверен, что это безопасно? Не хочу, чтобы мои ноги стали ботвой. Нет, проклятие действует только на наследников, и мой брат это наглядно продемонстрировал. Поэтому мне нужна твоя помощь. Ты не имеешь никакого отношения к моей семье, проклятие на тебя не подействует. Ну, давай. Я отнесу герб к саркофагу. Спасибо тебе огромное. Тебе лишь нужно войти в гробницу, где похоронен Мармадюк, и установить герб на его саркофаг. Поскольку мне известно, то до столетия никто не наведывался, так что тебе вряд ли возникнут какие-то сложности. Конечно, там. Он находился к востоку от деревни Брокберроу. Здрасте. Конечно. 100 лет никто не заходил, а вот паучки там паутинку себе наплели знатную. Угу. Здрасте, здрасте. Так, мне нужна Димимаска. Где она может быть? Я могу выйти, спасибо. Я сюда не могу зайти? Могу. Nothing. Rebellion. Где-то должна быть эта проклятая Димимаска. Но где? О, мы собираем. Ну, видимо, не здесь. Или я не знаю где. Блин, ящики заполнены. Какая досада. Надо нам что-нибудь продать. Или поменять. Так, давайте переместимся в Хоксмит. Продадим шмот. Заодно тут должно быть вроде 4 демимаски. Вроде как. Попробуем их найти. Потом пойдем по заданию. Надо было мне, конечно, посмотреть. Инвентарь. А, не, снаряжение все правильно. Так, ну это все хуже. Это однозначно тоже не пойдет. Поэтому на продажу. Это тоже на продажу. Это... Хотя... Сколько? Плюс 5 нападения. А тут у меня есть чары. Вообще-то. Ладно, может быть, шарфик оставим. Так, что у меня тут? Герб? Таланты. Ох, у меня 9 очков, между прочим. Так. Коллекции. Что у меня? Инструменты все, характеристики у меня не все, рукоятки еще, враги, колдовство, колдовские знания из вашей коллекции. Ага. Ингредиенты, метлы, твари. Кого-то я еще не встретила. Так. Ревелио. У меня 104 страницы. Ужас. Так. Короче, на 100% мне еще далеко. Проходите, спасите тварей. Обновите снаряжение. Разведите уникальных тварей. Здрасте, здрасте. Ладно, пойдем шмот продавать. Что такое?
Так. Что-то там от меня хотят? Не поможете старушке? Это маска Анонимус? Что? Я хочу ее. А, ну конечно. Сейчас мы наденем маску. Так, это не хочу пока продавать. Я говорю, продать. Чью маску? You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Ну-ка. I suspect you have a sharp eye for fashion. Сюда. Что он такой рафляный? Так, я ему продам, что я покупала ради стиля. Да, нормально, у вас как дела? Так, что я хотела еще посмотреть? Какая-то шмотка у меня. Свитер я покупала, о. Это поношенная форма для квиддича. Ничего такая. Прекрасный молодой человек. Да. А, я хотела Димми-масочки тут найти, да? Бой. Ага. Тут, видишь, у меня 5 из 9 написано. Ага, значит, тут еще 4 Димми-маски. Вопрос. А где они? Ревелио. Кем разговариваешь? Ладно. Давайте обыщем тут что. Где я еще не была? Я хочу ночь. Ночь — это лучшее время суток, как по мне. А по вашему мнению? Так. Ревелио. Где мы еще не были? It seems all roads lead to Hogsmeade. Accio. Так. Я еще в Хогсмиде вообще? Куда я иду? Ага. Я вышла из Хогсмида. Окей. Так, я вообще хотела куда? Я хотела вот сюда. Вот. Ага. Может быть, там есть Димми масочка? Да, я думаю, да. На метле, конечно же, тут было бы быстрее все обходить. Или тут я Диме маску забирала, не знаю. Ну, походу, да. Ну, стоп. Не смотри на меня так. Ревелио. Ничего интересного. Doors always open. Дерево магазины Тимофилы и Поганки. Это большое дерево с извилистыми ветками поддержит магазин Тимофилы и Поганки. You did away with all those dark wizards. Oh. Ну все. Тут, к сожалению, нет. Идем обратно.
Где-то же это должно быть. Да, 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 да. Ревелио. Идем тогда сюда. О. Алоха, Мора. Я тут еще не все скрыла тогда. Ага. Ревелио. Вау, неизвестный предмет для шеи. Прямо из-под носа у него сперло. Алоха, Мора. Подумаешь. Было бы прикольно, если бы третий уровень Алоха, Мора просто убирал все эти головоломки, маленькие мини-игры. Это было бы гораздо приятнее, как по мне. Да что-то звенькает. Да. А кондитерское сладкое королевство продает разнообразные волшебные сладости от летучих шипучек до карамельных бомб. Прежде чем пробовать товары из этого магазина, покупателям рекомендуется знать, какой эффект их ожидает. Да. Господи, мне показалось, что тут мини-конь какой-то, маленький скелет. Что? Я вообще сказала? Мини-конь, маленький скелет. Угу. Мини-конь, маленький скелет. Hogsmeade, here I come. Ух ты, я не сдохла причем. Удивительно. Ревелио. Алоха, Мора. Да. Она меня пялит. Даня. Я тебя напарила, братан. Ревелио. Братик, я тебя напарила. Ну, вы меня извините, да? Я вас немножко тут сперла. Здоров, Леш? Окей. Мне запретили ходить прямо. Потому что это проблема. It's not a problem. Буду ходить боком. А я вижу, у меня есть. Это на сколько минут? На 3 минуты? Ревелио. Лумос. Ой. Бобада. Депульсо. Акио. Флупендо. Ревелио. 5 минут. Ну, в этой игре это не так сложно. Усложняет, конечно, задачку немножко, но не так уж чтобы сильно. Просто я не вижу, куда иду.
Да, Алоха, заходим. Ревелио. А какой-то сундучок еще. Угу. Так. Или нет, ладно, это сложнее, чем я думала. Просто в узких пространствах это реально неудобно. А выйди. Где что звенит? Алоха, Мора. Сейчас вскроем все замки. Угу. Ушло 2 минуты, кстати. Ревелио. Ля, покумно. Так. Угу. Малиновый шарф. А чё не пиджак? Алоха, Мора. Блин, смотрю... другое место. И заходим. Well, now, Demi, guys. Ревелио. О, да. Когда херовое зрение, то да. У меня зрение. Опа-на! Сюда! Мы нашли одну штучку. У меня скоро, мне кажется, опять ячейки заполнятся. Так. Ага. И понимаешь, вот без клавиши вперед я не чувствую. Я не чувствую персонажа. Я не могу им в полной мере управлять. 4 минуты прошло. Просто не могу понять, что звенькает. Ну вот, 6 дети, шикарно. Как будто с той стороны. Может, у лавки Оливандра, я не знаю. Ревелио. Да. А, это неустойчивые котлы Киридвен. Этот ненадежно сложенный набор котлов возле магазина Киридвен призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если вы хотите сварить зелье, которое должно давать предполагаемый эффект. Хотя, по общему признанию, это смотрится довольно привлекательно. Ну, достаточно, да. Кстати, 5 минут прошло. Да-да-да. I feel. Я могу чувствовать. Ничего себе такой котел. Ревелио. Огромный. Котлище просто. Здорово. Вы тут всем заправляете? Ага. Да-да-да. Раз, два котла. Третий котел. Записывайся. Ага. Работает. Нет, хорошо. Даже по ночам. Хогсмиды работают даже по ночам. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ух, как же приятно. Ходить прямо, а не боком, как краб. Да? Да, я то, что думаю.
Ревелио. О-о-о. Не ценишь того, когда, до тех пор, пока не потеряешь. Извините, мисс. Согласна? Узнали? Я тоже так думаю. А почему я все время думаю? О чем я думаю? Ревелио. Почему я все время так говорю? Кто знает? Я, кстати, вижу Демимаску, да? Это же Демимаска? Либо что это? Конечно. А, это... Угу, Демимаска, да. А чё? Это чья-то спина. Мешает мне взламывать. Хороший человек, это кто? Ревелио. Так а я чё, знаю, что ли? I don't know. Можем позвать как Снегурочку. Так, до третьего уровня. Угу. Это много всего, кстати. Ревелио. Угу. Честно, даже не знаю, где в Хоксмите искать что-либо. Вынеси водички. Угу. Мне вот интересно. Вот карта мира. Вот я, например, не знаю, вот деревушка. Тут, кстати, есть Демимаска, между прочим. И тут Демимаска есть. Не обязательно мне искать в Хоксмите это. И тут Демимаска есть. Ладно. Тогда я что хочу сделать? Мы сейчас еще раз вот этой женщине подойдем. И у нее возьмем задание. Ревелио. Продадим шмот, который мы только что подбирали. Потому что наверняка у меня уже инвентарь забился. Ревелио. Так, что у вас тут есть, чем поживиться? Так, ну давайте. Бетти Багбук. У вас все в порядке? Ох, вы так добры, что спросили. Спасибо вам. Я Бетти, Бетти Багбук. И нет, не все в порядке. Моя дорогая Хейзл, кажется, попала в беду. Хейзл? Кто Хейзл? Это единорог. Я знаю ее уже много лет. Она не любит покидать лес, поэтому раз в неделю я прихожу к ней, расчесываю гриву и угощаю лакомствами. У нее такая роскошная шерсть. Но когда мы в последний раз видели, на нас напала стая волков. Хейзл, храбрая девочка, бросилась вперед, чтобы защитить меня, но, боюсь, пострадала от волчьих зубов. Какая жалость. Я хочу помочь ей, но бедняжка, походу, напугана и прячется где-то в лесу. Я знаю, что учеников Хогвартса учат заботиться о магических существах. Может, вы найдете мою подругу и отведете в безопасное место, где она сможет поправиться?
Окей. Хорошо, я поищу вашу подругу единорога и отведу ее в безопасное место. У вас доброе сердце, сразу видно. Только прошу вас, не рискуйте собой. Где Хейзл сейчас, я точно не знаю, но раньше ее убежище было к северу от Хогсмида. Хоть я давно ее не вычесывала, у нее все равно самая яркая и красивая шерсть из всего табуна. Окей. Уникальный единорог. Сияющая шкура. Бла-бла-бла. Так, я потеряла. Вот сюда мне надо. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Продаем. Окей. I suspect you have a sharp eye for fashion. Так. Ну давай найдем единорога. Логово единорога. Чудесно. Пойдем. Схватим единорожку. Кидали мне тут заданий. Who lived here, I wonder? Knowing Amit, he's likely studied here. Так, а мы тут... Да, мы открывали, да? В смысле невозможно приземление? Да, мы открывали. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. А, когда стемнеет. Ну тогда подождем ночи, раз мы тут уже. Я думала, как бы, уже ночь. А, окей. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Так и чё? Она не отмечается, значит, я тут уже была. Это хер с ним. Hazel must be here somewhere. Thanks. Revelio. Come on, Hazel. Levioso. Скотина. Все из-за пауков. Суки. Betting on the dragon fights with them. Can't roll you what bombarda. I shall get that goblin held back. Я ее почти поймала. Так, это лун теленки. Идем обратно. Ревелио. Сюда. А это не тот единорог. Ревелио.
Ну твою мать, она от меня убежала. Какого фига? Она обещала вернуться. Это не тот единорог. Или тот? Это просто единорог. Давайте поймаем. Ревелио. Левиосо. Ревелио. Короче, если обратно телепортируюсь к точке, по-любому оно тут будет. Ревелио. ГГ просто. Я тебе гарантирую, чекай. Нормальная старушка просит школьника пойти в запретный лес. Угу. Тут, кстати, есть Дима Маска? Да. Да-да-да. Ревелио. Тут, кстати, должна быть демимаска. И вот я ее вижу. Кстати. Шикарно. Алоха, Мора. Вот я ему принесу еще 4 демимаски, а он мне еще попросит 20 штук принести. Что мне делать? Mind now, Demi, guys. Ревелио. Все. Спасем единорога. Это кнопка, да? Туда. This looks intriguing. Бум. Ревелио. Come on, Hazel. Вот. Не сказал, он тут будет? Классика жанра. Левиосо. No need to be difficult. Сучка. I mean you no harm. Вот единорожка-то маленькая, блядь. Да, блядь, давай, она уходит! Чудо! Сука, ты чё такая резвая-то? Do cooperate, won't you? Какая она резвая-то, а? Со скотина! Левиосо! Wingardium Leviosa. Leviosa. Ух! I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe.
к ринге. Я куплю вам удобрение. Пойдет? Так и знала, что деревья разговаривают. Мадам Багбрук, мне нужно найти вашего единорога. Какое облегчение, с ней все в порядке, а вы как? Вы нашли для меня безопасное место? Я и она в порядке, я не знаю, я знаю одно безопасное место. У вас такое доброе сердце, теперь я спокойна. Спасибо за то, что не согласились позаботиться о ней. Я буду скучать по своей единорожке, но зато теперь ей не угрожают браконьеры. Только об одном прошу, ухаживайте за ее шерстью, хорошо? Чудесно. Так. Я хотела вот это, снятие проклятия. Разойдись, свинопасы, или господин ведьмак вам таких пиздюлей отвесит, вовек не забудь. Ничего себе. Привет. Хорошего стрима, магичка. Три. Спасибо большое за донатик. Спасибо. Хорошего стрима. Вам хорошего просмотра, отдыха и чего-либо еще. Спасибо большое, Алекс, за донат. Благодарю. От всего сердца. Это донатик. Для моего пропитания, понимаешь? Для пропитания стримера. Спасибо большое. Так. Теперь у нас гробница. Alright. Тут, кстати, должно быть тоже Дими Маска быть вообще. Да? Скажи мне. А, эту забрала. Так. Тогда сразу идем в гробницу. Заодно полупаем шарики. Знаете, я вот иду просто по одному заданию и по пути встречаю еще, блин, миллион. Это классика жанра. Классика жанра. Это я просто в реальной жизни. Собираюсь делать одно дело, а потом одно, второе, третье. Ё-моё. Разрываюсь на части. Видно. Так, что у нас тут? Ага. Looks rather dark in there. Так, а что там темно? О, у нас тут пушишечки. Alright. Да-да-да. А там лагерь бандитов и как бы гнезда някеров всяких, да? Классика жанра. Цири, да, фиг с ней. И так все понятно, что с ней. Сказала паутинки, да? 100 лет никто не заходил. Ага. Что ж, пока мои ноги не превратились в ботву. Ревелион. Чудесно. Сразу идем к ящикам. И ко второму. Ревелион. Should have known a herbologist would use devil's snare. Okay. Опа, я вижу, там крокожук ходит. Пук-пук-пук-пук. Бомбарда. Ревелио. Вкусные кучки. Так.
Бомбада. Угу. Тогда идем обратно. Lumos. Тролль. Тролль по прозвищу Прибрежный. Здорово, Прибрежный. Конфринго, Дефиндо, Бомбардо. Алло. Прибрежный. Ревелио. Можно было еще одного тролля, там, не знаю. Двоих, троих было бы повеселее. Я что, многого прошу? Well, Marmaduke certainly left behind more than plants. Мармадюк оставил тут не только растения. Ага. Бадьянчик. Ревелио. А саркофагус. Это, видимо, саркофаг. Ну, давай. Надеюсь, это поможет снять проклятие. Hopefully. Вернитесь к Саманте. Я могу отсюда телепортировать? Конечно. Угу. Угу. На всякий случай. Прыгай. One jump. Та-та-та-та-та. Чувствую себя Аладдином. На выход, на выход, на выход, на выход. Yes. Yes. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. Самантха обрадуется, что герб снова на месте. Я очень надеюсь, что это сняло проклятие. Ага. Где она? В Хогвартсе, да? Где она? Здесь. Теплицах. А мне интересно, а мне Поппи уже присылала сову? Мне интересно разобраться. Там с кентаврами, все такое. Так. Ну все. Больше никакой ботвы.
Саманта, хорошие новости, мне удалось отнести герб циркофагу Мармадюка. Я так и думала, мне сообщили с больницы, что с ногами моего брата снова все в порядке. Они больше не ботвы. Я чуть не убил тролль. Так торчал какой-то тролль, но это мелочь. Тролль? Ой, мамочки, прости, пожалуйста, это ужасно. В эту гробницу несколько веков никто не заходил. Не то чтобы меня это удивило, но от Мармадюка можно было ожидать чего угодно. Не то слово. Что ж, мне пора, не терпится увидеть брата. Он наверняка безумно рад, что снова встал на ноги. Наверняка. Кто бы на его месте не обрадовался. Мы с Уильямом навеки у тебя в долгу. Я запомнила. Да-да-да. Потому что я мистер Анонимус. Понятненько, да? Новый уровень. Прекрасно. Задание. Сколько у нас, кстати, этих демимасок с вами? Две. Значит, нужно еще две. Ага. Так. Сделаем это побочное задание Себастьяну. Не основное. Чувака, качающего головой, это Кристиана Бейла, Патрика Бэтмена. Так, а у нас тут есть Кристиан Бейл. Мой любимый актер. Так, тут есть демимаска. Хорошо, давайте посмотрим. Maybe. Мы ее найдем. Было бы вообще неплохо. Тогда у нас будет 3 из 4 демимасок. Так, это мы открывали. Ревелио. Так, я вижу ее. О, вижу его. Алоха, Мора. А у тебя есть любимый актер? What do we have here? Ревелио. Конечно, уже утро. Мне нужна ночь. Сорян. Напишите ваших любимых актеров или актрис. Таблички с правилами. Ну, например. Ревелио. С кем ты любишь смотреть фильмы? Кстати, там наверху что-то есть. Что это такое? Да-да. Сколько шансов, что я умру, упав отсюда? Себастьян, зачем тебе утраченная реликвия из катакомб, требующая темной жертвы? Знаю, звучит жидковато, но если это поможет, то риск оправдан. А Минис об этом знает? Он помог найти скрипторию, в которой мы обнаружили книгу заклинания Салазара Слизерина. Хорошо. Если там будет Аминис, я приду, но у нас мало времени, и дядя Соломон собирается уехать из Фелкрофта. Что? Уехать? Ладно, неважно, ты должна его задержать. Прошу, Анна, выиграй нам время.
Постараюсь, я пришлю тебе весточку. Соломон can't take Anne from Selkirk. Соломон не может увезти Анну из Фолкрафта. Куда они отправятся? Когда я ее увижу? Себастьян. Не могу поверить, что дядя решил уехать из Фолкрафта. Она постарается задержать его. Она должна. Нужно выиграть время. Время для чего? Я узнал кое-что о реликвии. Пришлось сопоставить написанное в книге заклинаний Слизерина со всем, что есть в библиотеке о реликвиях и темных жертвоприношениях. И тогда я кое-что понял. Сила реликвии будет действовать только в катакомбах. Нужно только привести Анну в катакомбы и разобраться, как быть с темной жертвой. Сложнее всего будет убедить Аминиса. Анна согласится прийти, если он тоже там будет. А еще нужно сохранить все это в тайне от твоего дяди. Если он обратится к директору, нас могут выгнать из школы. На этот раз позволь мне договориться с Аминисом, что до дяди он больше не мракоборец. То, чего он не знает, нам не повредит. Думаешь, если он узнает, должен ли он об этом министерство? Сомневаюсь, что он пойдет в министерство, если узнает. Насколько мне известно, расстался он с ними не очень хорошо. Он об этом не говорит, но думаю, его стойкое отвращение к темной магии как-то связано со службой. Анна считает, что однажды он решил, так сказать, тушить пожар огнем и прибегнул к одному из непростительных заклинаний в борьбе с темными волшебниками. Так что я сомневаюсь, что он обратится в министерство с донесением по поводу использования темной магии кем-то из его семьи. Удачи с Аминисом, до встречи. Я сообщу, когда мы вчетвером встретимся в катакомбах. Ждет меня сову? Увидимся. Такс. Три штучки есть. Задание. Вот я забыла, где это задание. Так, давайте посмотрим. Во-первых, я хотела бы открыть юг, как минимум. Как минимум. Тут у нас тоже какое-то задание. Тут у нас демимаска есть. Поэтому я хочу сюда. И пооткрываем местности, деревенька там как раз таки. В этом да. Так, куда я хотела? Я хотела вот сюда. Погнали. Alright. Ой, Ева Грин шикарно. Снайпер. Ок. Тут же у меня должна быть точка, нет? Где должна быть точка? Так-с. Вообще вот. Давайте откроем. Алоха, Мора. Ой, ё-моё. Ё-моё. Чё делаю? Перепутал уже все кнопки. На, я выгоню красотку. Ревелио. Соглашусь. Магические иллюстрации. Alright. И всё. Грустно. Грустно, невкусно.
Предмет для головы. Ага, так и знала. Expelliarmus. Бомбарда. Вот именно так я и поступала. Да-да. Так, открываем. Марунвим. Квант милосердия я вроде не смотрела, а Дом странных детей смотрела, да. Красная женщина. Да, можно, можно, можно на минуточку. Но у меня тут еще есть делишеч. Башня. Понимаю. Джеймс Бол. Так. Куда я бомбарду делал? Камон. Конфринго. Десендо. Дефендо. Конфринго. Бомбарда. Да куда ты вообще целишься-то, блядь? Конфринго. А вот Люпенда надо было. Я могу ошибаться. Конфринго. Левиоса. Дефендо. Бомбарда. Он не жирный, как дед. Жирнее тролли, мне кажется. Левиоса. Я забыла, что Левиоса, да. Ну, логично же, воздух надо поднимать, да? Угу. I should investigate. Да, можно, наверное, как-нибудь и без него обойтись. Who knows? Ревелио. Вижу ее. Вот она. Вот она, Деми Маска. Mine now, Demi guys. Aloha, Mora. Кстати, да. Спасибо за подсказку. Угу. Вот и сказочки конец. Все. План капкан больше не будет работать. Ревелио. Ла-ла-ла. Так. Знаете, что я хочу? У меня есть 4 демимаски. Смотрите, тут 9. 9 плюс 4. Это 13. Камон? Напомнили. Alright.
Идем к мистеру Муну. Ну, давайте его отдадим. Hello, Mr. Moon. I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Ну и ну, вы хорошо потрудились, невероятно, спасибо. You're ready for the вы готовы к последнему уроку по отпирающим чарам. Эти знания позволят вам открыть любой замок. Вы сделали все, о чем я просил, но если бы я только знал, кто расставил эти статуэтки, какая жалость. Если вы найдете еще, извлеките их, вы окажете этим немалую услугу своему смотрителю. Если узнаю, что за негодяй сыграл эту злую шутку, я дам вам знать. Еще раз благодарю вас за помощь и упорство. Поскольку вы освоили Алхамору, ни один замок у вас больше не остановит. Продолжайте искать статуэтки Демимаски и убирать эти луны. Ждите от новостей от Гладина Муна. Окей. А за Демимаски мне еще что-то даст, мне интересно. Так, вы там что, заговариваете, что ли? Непон. I'm sorry. Так. Давайте. Подлетели. Я не умерла. Фантастика. Блять. Сука. А как? Я ж не смогу оттуда запрыгнуть. А может надо наоборот? Больше всего не. Сложно сказать. А, я же тут не могу, слушай, это косяк. Да, то есть мне как бы намекают, что я с этой стороны не могу это сделать, окей. Ну, я бы не сказала, что ассасин. Не знаю. Только из-за того, что тут есть стелс. Я думала через бочку, но если ты прыгаешь на другое препятствие, то все пропадает. Думаешь? Я думаю, нет. Я в первый раз хотела на бочку запрыгнуть. О, через бочку надо было, да? Так, а далее? Я что-то пропустила? Подожди. В смысле? Мне же все отмечено было. Не понял. Ревелио. Левиоса. Бомбада. Ну, я же все правильно прыгнула.
И? Видишь, бочка разрушается, в принципе. Смотри, какой прикол. Бочка это обманка была. А если бы я ее не разрушила, я бы не узнала. Прикол. Ну, это первый к нафиг. Так, по пути откроем точки. Ну да, реально. Ревелио. This could prove dangerous if I'm not careful. Не, может быть, если сравнивать там с новыми ассасинами какими-то, может быть и похоже, но я в них не играла и не собираюсь. Ну что, извините. Хотя очень мне нравится Вальгала, и я хотела ее пройти. Но у меня слишком предвзятое отношение к Ubisoft'у. И после третьего и четвертого ассасина я больше играть в ассасина не хочу. Можно считать, ассасин для меня закончился на Эцио. К сожалению. Ревелио. Потому что я проходила на стриме всю историю Эцио, все три игры, плюс я еще проходила третью часть Ассасинов про этого, про Коннора. И когда я вот проходила третьего Ассасина, я просто охуела. Я и так горела на Ассасине, честное слово. У меня уже жопа не выносила с этим управлением. У меня, наверное, в клипах есть, как я просто горю. Там нужно было, короче, пробежать на время. Я ненавижу... Вот после Ассасина я ненавижу что-нибудь делать на время. Это просто невыносимая фигня. Юнити, кстати, у меня есть. Вроде как. В стиле. Вроде я его тоже как-то начинала. Я не помню, помню, на стене или еще что-то. Или так. Ревелио. О, мистер Мун, подозреваю, что это вы вмешались в одно очень личное дело. Статуэтки Демимасок и их луны были расставлены там, где вы их нашли, не просто так. Не суйте нас в чужие дела. Пирс Пембертон. Уже мистер Пембертон не собирается использовать собственные пищи принадлежности. Надо навестить его в Хогсмид. Perhaps I shall pay him a visit. Ну, иногда в Ассасине, конечно, был бесячий стелс. Ревелио. Немного странный, но прекрасный. Да-да-да-да-да.
Еще вот эта платная покупка скинов. Так, а что это такое? Это пещера. Должна быть. Ну где? Потому что я начала, потому что хотела сделать косплей. И, ну, мне очень нравится, типа, тематика викингов, все такое. Я даже купила себе дорогущие материалы. Вот, и я прошла пролог, по-моему, вот. И что-то как-то думала его все отложить, типа, на стрим. Это было давно достаточно. И что-то как-то я разочаровалась во всем этом и решила забить хер. Ревелио. What are you up to now? Toadstool Tales always made me wretched, I miss the old credit gold coast. Aloha, Mora. Мань? Я скоро думаю подрубать. Я думаю, что чучело на стену. Замечательно. Может быть, в субботу я пройду за фулл стрим Stray. Чем минималка, я так понимаю, что там часа 4. А максималка часов где-то 6-7. Думаю, за один стрим пройду. Да, получила, но я не получила никаких привилегий на серваке. И, ну, там же прошку, типа, должны давать. И мне не дали, типа, непосредственно подпись Twitch. Я не знала. Я писала, что я играю на вот этот Notion Block 3. Мне ничего не дали. Ну да, прошка. Но мне её не дали. Типа, окей. Дорогой Лоэнд, надеюсь, тебе все хорошо, мой милый брат. Я была рада получить твое письмо и знать, что новой семье, и как идут дела у твоей умницы жены. От ее последних экспериментов прямо-таки дух захватывает, и я не преувеличиваю. Ни раз не слышала, чтобы в зелье вечного облака добавляли жидкую ртуть. И все же меня несколько тревожит испарение, о которых ты рассказывал. Лиана уверена, что они не причинят вреда. Впрочем, кто я такая, чтобы рассуждать на эту тему? Мне зельеварение всегда с трудом давалось, как ты знаешь. Безмерно по тебе скучаю и жду не дождусь совместного отдыха на море с любовью, Гарриет. Ревелио. Но на мэджике-то дали? Все-таки. И на мэджике дали ему подпись Twitch. Может быть, типа, мне дадут после того, как я хотя бы один раз постримлю, я не знаю, но это достаточно странно, потому что мне написали, что мне одобрено. А, моя сумасбродная Гарриет. Как было мило с твоей стороны прислать письмо. Очень мило и письмо мило. В доме творится какая-то чертовщина. Почему стены двигаются? Дети тоже это видят. Мы с Лианой решили, что лучше пока остаться в погребе. В холле слишком много тумана. Лиана сказала, что она пишет тебе, но она даже не может держать перо. Я уже писала, что у тебя очень милое письмо. Если найду Архимеда, отправлю его с этим письмом к тебе. Я уже давно его не видел, зато вокруг дома вьется огромная белая летучая мышь. Это странно. Где мои ботинки? Лори. То есть, да, мне, типа, ответили спустя неделю, после того, как я описала баг. Хотя написано, что там 2 дня отвечают. И мне ничего за это не дали. Попросили убрать рамки. Класс. То есть там награда от 200 эма до модерки. Угу. Yes. Да, да, да. Агнес. Здравствуйте, у вас что-то случилось?
Я просто места себе не нахожу с тех пор, как Рококо пропал. Это мой нюхлер. Мне так жаль, что ваш питомец пропал. Спасибо на добром слове. Он жил у меня много лет. Он мне как друг. Камила. Недавно во время утренней прогулки мы наткнулись на убежище Генриетты. Это Кьюга отсюда. Говорят, Генриетта была крайне мнительной затворницей. Ее замок полон ловушек для тех, кто решится позариться на ее драгоценности. Когда мы подошли ближе, что-то блеснуло в окне в лучах утреннего солнца, и не успела глазом моргнуть, как Рококо убежал. Не с ума схожу от беспокойства, но один Мерлин знает, что может подстерегать в этом доме, да еще и пеплабы шныряют по округе. Чему Генриетта считала, что нужно надежнее укрепить дом? Она была баронесса, которая удачно вышла замуж, если точнее, у нее было много удачных браков, но несметные богатства сделали ее мнительной затворницей. Она богатела, богатела, но при этом панически боялась все потерять. Поэтому расставила жуткие ловушки по всему своему убежищу. Даже ее роды и родичи не рискнули туда сунуться, чтобы прибрать наследство к рукам. Я поищу Рококо. Это бесно с вашей стороны, но лучше не ходите к убежищу, там слишком опасно. Но если бы кто-то нашел моего нюхлера, он бы получил щедрую награду и мог бы забрать сокровища Генриетты себе. Ей-то они больше не нужны. Что ты продаешь, дорогуша? Тоже портная. That hideaway does sound intriguing. Убежище звучит интригующе. Perhaps I should investigate for Rococo's sake. Can never have enough stock. That's what I say. Такс. Пальто с драконом. Стильно. Thank you for stopping by. Не, ну, мод не мод, как бы, ладно, но все-таки там написано от 200 эмов. Где мои деньги? Где мои деньги? Да, я видел. Угорнул. Типа, Overwatch еще жив. Я, наверное, так основательно в него уже 5 лет, наверное, не играю. Так, запись в дневнике члена банды Пипламба. Прошло 2 недели с тех пор, как Рукфуд отправил меня в это Мэрином забытое место, чтобы я тут нес дозор. По-моему, он меня так наказывает. Иной причины нести дозор в унылом месте с кучей мертвецов я не вижу. И так не мог разогнать зловещий туман, висящий в комнатах этой хибары. Хуже всего погреб, он просто завален трупами, лежат они там по меньшей мере год. Каким-то чудом сохранились. Понятия не имею, как они умерли, но чем дольше я здесь нахожусь, тем более странно себя чувствую. Мысли путаются. Уже неоднократно я задумывался, не поднять ли эти трупы с помощью темной магии, забавы ради или из одиночества. Пожалуй, надо отдохнуть и обдумать это. Может, скоро я буду уже не один. Не, я очень долго играла, на протяжении нескольких лет. Вот. До того, как они ввели мету 2-2-2 обязательно, типа 2 танка, 2 хиллера и 2 ДД. Просто да, раньше, типа, ну, было прикольно, там, например, взять 4 танка, 2 и 2 хила, вот, прочее. Потом мне не понравилась рейтинговая система, то есть, ну, я играла нормально, где-то на платине. Вот, и все зависит, все абсолютно завязано на тиммейтах, там разброс рангов, блин, ты можешь играть с бронзы когда-то, извините меня, в платине, и ты из-за этого, естественно, проигрываешь, потому что команда не собрана, хилеры не хили, танки не охраняют хилеров, короче, ДД ничего не делают, а просто берут ДД, и как бы ты сливаешься. Угу.
вот как они вот сделали вот 2-2-2 плюс мастерские, типа, вот создавайте карты, делайте режимы, развлекайте себя сами, ну все понятно, типа состава, что решили на нас забить. Окей. А я достаточно много на самом деле донатила. У меня там есть были. У меня несколько аккаунтов даже в Overwatch. Вот. И причем я покупала не просто обычный Overwatch, а типа про версию там со скинами и прочее. Я покупала там эмоции на Луси. У меня есть уникальные эмоции. Есть уникальный скин типа на Мерси, который был приурочен к дню защиты от рака женской груди. Вот. Такой розовый скин. А вот мне очень нравилась игра. Нормально. Зарубил своего дружка. Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Revelio. Ничего себе. Нормально. Так. Ну ты там. Знаешь, у нас по пути. Так. По пути у нас нету. Понятно. А это что? А это не первый курс. У нас герой поступает на пятый курс. Поэтому это пятикурсник. Так, мне было интересно, что там. А учитывая, что ты на пятом курсе знаешь простительное заклинание, в принципе, я ничему не удивляюсь. Что это за местечко? Ого. А, он там наверху, господи. A castle. Confringo, defender. Так, а, древняя магия. Revelio. Ну. А, ну конечно, наверх это... На метле не могу забраться, спасибо. Я могу в подвал. Алохамора. У меня есть третий уровень Алохаморы. Это вам не хухры-мухры. Нет, третий максимум, насколько я знаю. Revelio. Тут 100% должна быть какая-то вкусняшка. Ага. О, вкусняшка вылезает. Что такое вкусняшка? Ага.
Левиосо, бомбарда. Готов. Так. Ревелио. Погнали дальше. Конфринго. Бум. Конфринго. Конфринго. Бомбарда. Конфринго. Чтобы еще вкуснее. Вкуснотеево во всей семьей. Лорд поместья. Ничего себе. Ничего себе. Вот это лорд. Был лорд. Вот это мощь. Бомбарда. Бомбарда. Да реально, что-то меня сбили. Ревелио. А, господин Грознак, я слышу, как приближаются призванные, призванные данные Инфернала. Для меня было честью работать разрушительницей проклятий в Гринготсе. Жаль, что я слишком поздно поняла, что Тане больше нельзя доверять. В конце концов, ведь мы напарницы. Надеюсь, вы простите мне эту ошибку. Передайте моим родным, что я сражала до последнего. Давай, давай. Пока-пока. Алоха, Мора. Дочки. У меня лампа села, кстати. Вот, Пип ушел, у меня лампа разрядилась. Как жить? Немножко будет темновато. Ладно. Ага. Угу. Это здесь? Или нет? Ага. Might be interesting to see where this leads. Ревелио. Так. Бомбарда. Конфринго. Ревелио. Допустим. Ух ты ж. Ух ты ж. Как интересно. Так, посмотрим еще раз карту. Так, карту я хочу посмотреть. Там же карта нарисована, нет? Вот. Тут какой-то мост. А вот меня ведет. Конфринго, бомбарда.
лут дохлый браконьер. Your poaching days are over. Think you're clever. You're that hypocrite thief. Repender, I'm a lot. You're the one who stole it. Was it fixed? You're not going to. Confringo, defender. No! Protego! Incendio! Confringo! Pay for that. You shouldn't be here. I'll check your pocket. Hang on! Ай, надо желтый оставить. Бомбарда! Oh, forever. Confringo! Defender! Protego! Bombarda! Glacius! Confringo! 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 Zamis! Defender! Confringo! Glacius! Defender! Protego! Confringo! Predictable! Redacted Pulsar! Confringo! Bombarda! Defender! Crypto! Revelio. Так, что у нас тут еще имеется? Кельтский костюм. Чик. Угу. Окей. И что дальше? Нет, отдыхает. Так, используйте фрагмент карты, чтобы найти сокровище. Да, блин, цепляюсь. Похоже вообще на мост. Вот тут есть мост. Скорее всего, мне кажется, да? Или я ошибаюсь? Хотя вот это место мне показывают на карте именно здесь. Может, это... Что это вообще может быть? Даже не знаю. Реально похоже же на мост. Мне кажется. Да-да-да. Так, ладно, давайте тогда пойдем по заданию. Рококо? Кококо. Дорога в гора? Ну, кстати, возможно.
Что мы тут умеем? Там же была древняя магия. Я ушла куда-то не туда, кстати. Я только об этом сейчас вспомнила. Давайте вернемся обратно. Я ж там ничего не забрала. This place has seen better days. All right. Так. Ревелио. Нам бы забраться наверх как-нибудь. Ну, иди сюда, персик. Бляха-муха! Это что такое было? Лол. Окей. Ладно. Куда бы мы можем опуститься? Ну, например, сюда. Невозможно. Вот так. Теперь возможно. Ну. Прекрасно. Угу. Алоха, Мора. Дверь какая-то. Да, это было бы жестоко. Ревелио. Ладно, спокойно. Да. Ёперный насос. Ревелио. Так, еще вот одна штучка там. 100%. Да приземлись. Хотя бы сюда. Прекрасно. Ты не упадешь, не ссы. Не ссы в трусы. Ревелио. Так. Нам надо вниз. Как бы нам упасть так хорошечно? О, мы здесь можем упасть. Прыгай, прыгай. Well done. Бомбарда. Ревелио. Текс. Чудесно.
Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Так, все, теперь идем туда. О, отлично. Идем. Интересно. Ревелио. Это, наверное... Депульсо. Вот для чего нужно было, окей. Типа, можно было как-то иначе сюда забраться. Что ж... В принципе, мы сдохли. Это хорошо. Так, что там с сундуки внизу? Ничего страшного, я успею сделать с алхамором. А потом они мне кусь. Сделают мне кусь. Ну да. Зажали. Ничего себе. Откуда? Ревелио. Очень много предметов, я чувствую, мне скоро место кончится. Если оно уже не кончилось. Кончилось. Я хотя бы до сюда дойти. Чтобы точку... оставить. Где это вообще? Ух. Ревелио. Чудесно. Открыли точку, теперь... Ну, давай сюда же. Продадим шмоточки какие-нибудь. Нам бы вообще, типа, в тайную комнату нашу вручай. Чтобы открыть предметы. Потому что они уже пол инвентаря, на самом деле, занимают. Ну, случайно. Ну ладно, котика можно и погладить. Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Дю. My poor Rococo. What did you need me to help you with, Miss Coffee? My Niffler. Да я вообще-то хотела посмотреть. Точнее, продать. What's brought you here today? Так. Видишь, у меня аж больше половины неопознанных предметов, на самом деле. Реально. Так. Thank you for stopping by. Как далеко, конечно, меня занесло от Хогвартса. Далековато. Mm-hmm.
Так, забираю. По максимуму. Ничего себе. Так. Вливаем свиточки. Больно. Великолепно. Теперь можем продавать. Причудливый колпак. Ну-ка, давайте посмотрим, что там. Ух ты! Повышает урон, наносимый с помощью Petrificus Totalus. Угу. Так. Нормально, но у меня нет. У меня тут нападение 12, поэтому пока оставлю. Ух ты, сколько мне шляп-то накидала. Вот это. Вот этот угарный колпак. Так, а чем я стояла? Вот это стояла. Ага. Девяносто шесть. 93. Ну, у меня тут нападение прокачано сильно. Угу. Надо прокачивать. Девяносто. Ладно. Давайте оденем максимальный шмот. Что у меня есть? Девяносто. Это у нас... Максимально. И тут у нас это. Нормальный такой наряд получается, да? Так, и пойдем на ткацкий станок. Попробуем улучшить наши вещи. Начнем с колпака. Вот это мы делаем. И... Блин. Мне нужно перепултрушайки. Окей. Далее. Защита от гоблинов. Че вот это? И посмотрим. Ну да. Вот это мы можем, кстати, обновить. Угу. Так, Petrificus Totalus, ладно. Лярмус хорошо. Угу. Всего остального у меня нет. Надо разводить животных. Ладно, поменяем стиль. Начнем с нарядом. Сюда подошло к фиолетовому. Мне вот нравится. Белый плащик.
Неплохой. Не, по-моему, лучше вот так. Так, колпак мы поменяем. Ну, просто без головного убора. Давно не ходили просто так. Тоже без всего. А перчаточки, да, меня устраивают. Меня устраивают. Да. Забавно. Почему? Интересно. Так, мы возвращаемся обратно с вами. Вот, то сюда. И мы как раз таки шмоточки продадим. Потом, я думаю, мы полетим на метле. Блин, я забыла зайти в Виварии, чтобы взять... перья там всякие, меха. Ну ладно. What did you need me to have? My niffler. What do you have for sale? Так, продадим шмоточки. What brought you here today? Да, нападение у меня там было 12. Ну, пока перчи оставлю. Thank you for stopping by. Так, ладно, полетим. Прямо отсюда. Забавно так. Плащик дергается. Далеко летим. Странно, что тут нету точки рядом для перемещения. Может, есть? Я просто не увидела. Поглянем. О! Речной тролль. Он не дали какого-то... Не увидел, что мы там дали. Вообще пометки видно, что там какие-то сильные враги были. Интересно. У него как будто света мало. Ревелио. Угу. Так. Угу. Ну, пойдемте узнаем.
Что тут интересного? Да, Данстон Тринити. Я хочу вот это. What went on here? Ash finders. Find a way around them. Or perhaps through them. Defender. Knowing the meat he's likely studied. No one to share in my victory. Давайте посмотрим, что тут за испытание. Ревелио. Так. Еще разрушим. Бомбарда! Отлично. Кто знает? Так, что это вообще за звуки? Бомбарда. Фу. Ты знаешь, кто пил из этой кружки? И я не знаю, зачем ты пьешь? Давай используем. Стрелец. Ревелио. Так, прекрасно. Но меня куда-то вниз зовут. Сюда. Пойдем. Certainly looks to be the place. Похоже, это то самое место. Ну, пойдем в убежище. I hope the Ashwinders haven't done anything with Рококо. Надеюсь, пепламбы не навредили. Where in Merlin's name am I? Куда это меня занесло? Ревелио. Угу. Ash
Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Так, ну допустим. Так, что там было? Incendio. Glacius. There we go. Так. Ashwinders. These coins must have come from Miss Coffey's Nephla. I've never been. Wait. Is that the hippogriff from my treasure? О, гиппогриф изображен на моей карте. Я же его искала, помните? Я не могла найти то место. Блин, можно сделать просто все проще. Ага, по-моему, Империона. Разбирайтесь сами. Я думал, он сдох. О, правильно. What a dreadful lot. Confringo. Defender. Прекрасно. Shame nobody saw that. Я разрушила статую, да? Не до конца. Так, давайте посмотрим. Так. Вот, загадка Генриетты. То есть вот здесь должен быть огонек, а здесь заморожено, ты хочешь сказать? Ну да, попробуем. Так. Два за ним. О, нет. Сейчас, давай сначала все. Так. Один, то есть 12, 9, 3 и 4. Угу. Это получается 12. Incendio. Блять, я ну все зажглось. Ладно. Тогда зажигаем все, потом тушим. Perfect.
Отлично, посмотрим, что там. А где что открылось? Ревелио. А, кстати, внизу сундуки. Бомбарда! I better watch my step in here. Ревелио. Фига мне занесло. Все, это ловушка Джокера. Мне не выбраться. Бомбада. Бомбада. Ревелио. Окей. Будет так. Забавно. This must be what all the fuss was about. Так вот из-за чего пришлось трудиться. А, то есть тут нам не открылось, понятно. More treasure. Coco must have been through here. Ну тут капец, сколько много сокровищ, если честно. Там капец, как много. Ревелио. Бомбарда. Акио. Wingardium Leviosa. Incendio. И? Ревелио. Что должно было произойти? Ревелио. Не знаю. Это, видимо, должно было произойти. Можно это будет дальше? Чуть не особо много тут ловушек, на самом деле. Я думаю, будет больше. Ревелио. Treasure. That Niffler certainly leaving quite a trail. Нюхлер оставляет след. Accio. Wingardium Leviosa. Ревелио. Угу. Не, нормально так можно затариться тут монетками. На самом-то деле. Опять пипламба. Ревелио. Так. Тут ничего особо нет. Даже странно. Ревелио. Ревелио. Так, там я только что была. Может, для того, чтобы вернуться обратно? Наслаждайтесь. Конфринга!
Confringo! How many of you wish you were dragon too? Confringo! Am I supposed to be in front? It's fucking you! You should go about. Why did you press the ransom? Dragon's totality! Cost us our ransom. We had that Merlin it's woman till you showed up, Kate Flapper. Hope you're not doing any. Are you even trying? Confringo! Confringo! Bombarda! Cynthia! Confringo! Confringo! That's the best you can do, isn't it? Confringo! Protect her! That's more like it. No! Also! So... Incendio! Expulso! Death from above! Expulso! Confringo! Defender! Incendio! Мне нужно побольше всего. Так они у меня уже скребут. I've no patience for these things. Defender. You're the one who freed our hippogriff. Ripping a Bombarda. Defender. You ain't wearing that goblin helm you stole. Explosive. Please rip it. Господи, задрался с этим Таталосом, Все, Bombarda. That's the end of them. Now I can focus on finding Rococo. Ух. Это было жестко. Rebellion. Damn. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. А что вот это открывает нам? Accio. Wingardium Leviosa. Просто мне прям отсюда что ли нести? Ну это странно. Accio.
Не, я не могу. Не, смотри, не могу. А могу. Ну сделай мне Вингардиум Левиоса. Господи. Вингардиум Левиоса. Спасибо. Wingardium Leviosa. Блять. Эй! Засосала там штуковину. Как мне теперь пройти? Прекрасно. Ревелио. Теперь мне не пройти. Ревелио. Если так. Меня засканили. Кринж. Ревелио. Инсендио. Я, короче, не знаю, как это может работать, если честно. Потому что мне засосало второй кубик. Wingardium Leviosa. И, блядь. Ой, господи. Я занимаюсь хуйнёй. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Может быть, он в другой комнате, я не знаю. Ревелио. Например, здесь. Он был все время здесь. А я могу обратно пойти? Конечно, нет. Угу. Че, музыкальная карта? Что такое? Похоже на карту сокровищ или нечто похожее? Меня, походу, сейчас знак не закроет. Incendio. А я несла оттуда. Ревелио. Видите, как я запалилась? I might as well grab the Niffler. Не поймать этого нюхлера, раз я уже здесь. Капец. Левиоса.
everything's all... I hope Miss Coffee appreciates this. Интересно, сколько она фармила монет? Так. Угу. А, мы в начале. Да? Да. Ревелио. По факту. Ну да, это самое начало. Так. Там я что-то не забрала. Минуточку. Интересно. Ревелио. Я, конечно, взорвать это не могу, да? Бомбарда! А почему я раньше этого не заметила? Оно мне не открыто, что ли, было? А я проебалась. Знаете, почему? Ревелио. У меня кубат тут нет. У меня тут куба здесь нет. Я его проебала. Вот он где нужен был, а я его туда потащила. Вот я лох. То есть мне надо сначала кубом инсендио здесь открыть. Или подожди. А вот инсендио, подожди-ка. Кто меня заметил? Инфернал. А как мне тогда инцендию забрать? Что-то я не поняла. Странности. Ну, так не кажется? А если я зайду и выйду? Интересно. Если я зайду и выйду. Так, все. Так. Сейчас попробуем. Так, давайте обратно. Очень интересно. Угу. Но тут все-таки осталось. А здесь? Ревелио. Куб появился. Вижу его. Прекрасно. Прекрасно. Confringo. Так. Accio. Wingardium Leviosa. Угу. Incendio.
Так, получается, у меня вот открылось. Или оно было открыто у меня? Вот это место. Я чуть не посмотрела. Угу. Давайте попробуем сюда куб перетащить. У меня уже получилось его вытащить отсюда. Ну? Спасибо вам. Левиоса. Акио. Вингардиум Левиоса. В смысле? Тут стенка стоит, ты прикинь? Я не могу. Я не могу. То есть, понимаешь, они продумали это. Разработчики это продумали, что я могу оттуда вынести этот куб. Значит, он нужен в той комнате. Возможно, он открывает решетку. Это забавно. Давайте отнесем обратно. Просто для чего-то там это надо? Ну давай сюда гони. Incendio. Revelio. Угу. Давайте посмотрим, открылось ли что-нибудь. Не открылось. Подожди. Подожди. Это я глупая. Эту дырочку видишь? Вот. Вот как надо было. Левиоса. Ой, Глэсиас. Это я не знаю. Может, она открылась, я не знаю. Спасибо. Вот. Прекрасно. Угу. Только ради этого. Странно. Три сразу закрылась. Хорошо, давай посмотрим, что у нас здесь. А, мы тоже можем через верх. Я просто не поняла, это было? Либо из-за того, что я куб обратно отнесла? Надо будет пересмотреть. Поэтому мы тоже мы тут сделаем акцию. Почему он меня не отпускает, блядь? Я не понимаю. Ты сюда его занеси. Молодец. Спасибо вам. Incendio.
Да, это жестко. Я думал, тут все гораздо сложнее. Оказалось, фигня. Я тут думал сложнее. Ну ладно. Ну ладно. Я уже думал, тут схема по перестановке кубов, там еще что-то. Все казалось гораздо проще. Иногда просто нужно взглянуть на мир по-простому. Вот и все. Так, возвращаемся тогда к какому? Сюда. Возвращаем Нюхлера. Нюхлера. Да. Нюхлер, Нюхлер. Ты же мой Нюхлер. Вот мне просто тянет нажать на F, я не знаю. Это моя слабость. Нажать на какую-нибудь кнопочку. О, господи, что-то я хожу как... В смысле? А где эта женщина-то? Блять, я вообще не туда телепортнулась. Что ли? Вот, мне сюда надо. Лох. Так, все. О, я прям на метле перед... Нормально. Мисс Кофи, мне удалось найти вашего Нюхлера. О, боже мой, неужели? Спасибо вам, вот это храбрость, я уже совсем отчаялась. Как мой дорогой Рококо, вы вернете мне его? Не уверен, он счастлив вернуться домой. Безусловно. Ах, ты мой храбрый следователь, ты мой жадненький. Скорее бы вернулся вместе с ним домой. Еще раз спасибо за помощь. Теперь я буду его держать на поводке, когда мы гуляем. Шляпа с мехом Нюхлера. Так, я хочу еще выполнить задание с мистером Муном. Поговорить с Пирсом Пембертоном. Так. Все, у меня загадочные карты, загадочные карты. А где вот это вот задание, кстати, было? Это недалеко от того места, где я была. Понятно. Где это? Фоксмите. Ну давай. Спокойной ночи. Спокойной. Так, куда мне идти-то? Care enough to remove my demigod statues. Pardon me, sir. Прошу прощения, я хочу кое-что спросить о статуэтках Деми Масок. What? Что? А вы кто? И почему спрашиваете?
Они чудовищно пугают мистера Муна. Ха, отлично, в этом весь смысл. То есть вы их установили? Я? Ну, да, это я. Я хотел, чтобы этот болван Мун сам помучился так же, как мучил меня много лет назад. Так значит, вы их воровали? Да, по просьбе мистера Муна. Сова доставила мне ваше письмо, кстати, на пищевых принадлежностях. Я не удивлен, что Мун послал вас отдуваться за него вместо того, чтобы делать все самому. Как он был трусом, так и остался. Когда мы учились в школе, он был трусливым хулиганом. И то он наградил меня мерзким прозвищем, которое я даже вспоминать не могу. Когда мы закончили школу, я был счастлив, что больше никогда не увижу его, но потом начал встречать его в Хогсмиде. Да было слишком, хоть меня и утешало, что он не мог раздобыть себе должность поприличнее, нежели смотритель. Мистер Мун немало делает для школы, и он многому меня научил. Эти статуэтки его пугают. Знаю, видели бы его лицо, когда появился тот Богарт. Бесценное зрелище. Именно тогда я и понял, что нужно делать. Я просто не хотел больше с ним сталкиваться, поэтому и выпустил на него Богарта, чтобы узнать его главный страх. А потом создал статуэтки Демимасок, чтобы, скажем так, приструнить его. Луна — это намек на его фамилию. Сработало прекрасно, пока вы не начали их убирать. Прошу прощения. Вы создали статуэтки, которые пугают мистера Муна. Это настоящая травля. Вы ничем не лучше его. Может быть, вам обоим пора забыть старые дела? Полагаю, вы правы. Если он действительно настолько напуган, думаю, урок он усвоил. Вот, наконец-то. Поговорите с Гледвином Муном. Так, он в Хогвартсе? Да. Уладим старые дела, так скажем. Дела 30-летней давности улаживаем. Ну, ученик 5-го курса, а вы думали? Там не хухры-мухры. Мистер Мун, мне удалось узнать, кто установил статуэтки Димми Масок. Это был ваш школьный приятель Пирс Пембертон. О, я должен был догадаться. Пирс Косички. Кажется, ему не нравится, когда его так называют. Здор, конечно, нравится. У него были длиннющие волосы. Мы всегда над ним посмеивались. Я больше всех. Он всегда был умный, но такого коварства я никак не ожидал. Нужно пойти к нему и выразить восхищение. Теперь оставшиеся статуэтки не так страшны, ведь я знаю, кто их поставил старина Косички. Продолжайте собирать их, если хотите, а мне пора навестить старого друга. Все, наконец-то мы выполнили эти задания. Ура! Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Так. Фрагменты. А Себастьяна на куда надо? Артемиром. Угу. Ну, окей. Я думаю, что в следующий раз мы как раз-таки до него и доберемся. Поэтому сегодня мы сохраним игру. Достаточно много сегодня прошли. Вот. Сохранено отлично. Тогда я со всеми с вами прощаюсь. Спасибо большое, что сегодня были. Целую, обнимаю.